Да у нас похуйнее боссы типа остались. На какую 25-ку сходить, чтобы полутать шмот. Да триньку подписать. Среда, среда. Что, ты будешь моба контролить? По приколу. Не-не, в 25. Среда. Да-да-да. Вот, постоишь. Подрочишь. Полетели? Боятся тебя, боятся. Погодите, я помню вас. Это было в годах. Вы? Что это? Где я? Кто вы, мой повелитель? Зачем еще явились сюда эти чуваки, если не для того, чтобы убить тебя? Блять, сука, встанет. Почему бы у меня такой сейчас? Вы решили бросить вызов мне лично? Я сокрушу вас всех! Это невозможно! Торим, не сомневайся! Твоих врагов ждет ледяная смерть!
Котик, отбегай. Я сейчас ёбнет, котик. Так, я шевы ношу. Вы дохните, парни. Станьте нормально. Да вы стоите, а вы как? Меня шотнула молнией, цепнуха, и от лады пошло на меня и шотнуло. Да они стоят, знаешь как, они стоят все за боссом, типа, никто... Никто стал... Да я потом уперся в стенку, вроде никого не доставал за 10 метров, так что... Так, сзади меня никто не стоял, я смотрел, ну, лицо босса никто за мной не стоял. Тут не 10 метров, а 12 нужно стоять. А там получается танк, кот, Лада и я. И я последний был, не в шоке. А ну как всегда. Да. Не, Лади, видимо, не на четвертый спех. Так, плюс. Плюс один запустил. Каждый за себя поставишь траву по фарме. Траву по фарме. Да, это самое. Конечно, бац. Все. Распростёртыми объятиями будем тебя встречать в рейде. Хорошо. Я не знаю, я себе сделал сейчас, надо проходки только на меня. Стой, 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 стой.
Сейчас босса за пули идти нахуй. Да, блин, он играет там 6 кнопок нужных. Зависит от знания тактики. Если он был часто в рейдах, он знает, когда нужно прожимать, он уже знает, когда будет бить по рейду. Ага, еще 25 килл в рейде, которые в армии. Которые гильдия двое, некоторые с работы, блядь, пришли. Это и хилам проще, блядь. Ну-ка, Хао, расскажи. Никому это больше не рассказывай. Про Frost Resist, это Куин говорит. Frost Resist не чарят просто. Именно если ты выходишь против какого-нибудь шатра, тебе лучше зачарить от ШП. Просто.
Давайте, бегите сюда. Лут. А все Дживс. Рога кикает ты и водяному, всем остальным похуй. Куда это ты, блядь, пошла на? Чисто уешь, а босса не напулили. Ну, блядь, квазивер срывает, как бы ты его бьешь. Я вроде поток. Если у вас со цели, то он пизда. Да. Когда жизни будет 5. Сейчас еще эти мобы выйдут 200. Хорошо, ебаная, потому что уже. Ну так поближе подойти, тут грибов пиздец. Да подумаешь. Хуйня подо мной. Да ладно. Я один раз был в ХМ-25 на Фрейе, там РЛ сказал под босса всем зайти. Да, я стою, просто один стою, смотрю на чего, как они все сдохли моментально. Че говорит, что-то меня залагало. Андрей Луча накрыл его, блядь. После этого они не хотели тратить, я хотел им помочь, но они меня замутали. Ай, пошли зиму, блядь, убивать. Брожание сейчас будет. Не, там погрешность 10 секунд. Вот сейчас будет, по идее. Они же друг друга перебивают, эти обилки. Типа вот сейчас должен быть дар плюс эти, плюс следующие мобы.
Вот видишь, все вместе, да, сразу. Что засчитал бы от природы, конечно. Сейчас удар будет. 2 секунды. Сейчас топ-каст будет и призыв ластовых трех мобов. Так, я там грозовом, да, кикаю? Кас. Блин, если что, хочешь грозового сыграть? Все, я повел. Убейте растения. Лирелю. Ох, на все равно до второй фазы. Надо даже будет. Стоп-пас. Сейчас будет растение, плюс говно раскинет наконец. Наконец-то кинул. У меня 10% осталось, она кинула. Больше не властен надо мной. Мой взор снова ясен. Благодарю вас. Кстати, вот этот меч прикольный я забрал. И можно меч? Вот этот последний 26. А, я же не могу дыхать, зачем он мне нужен? Рок, тебе надо меч? Или у тебя есть? У меня все работает, типа, показывает, когда взрывы. Если что, будет в 3 попробуем. Что-то сомневаюсь, что потянем 2, но давайте попробуем. Так, ауру от огня, значит, поставь. Обязательно. Тут там. У него будет и машка, значит, и этот. И сакра есть. Давай, когда первый раз скидывать будем, тогда. Скомандуйте, я дам. Так.
против трепью. Если что, первый огонь скидываем, это когда вам скажут, подходить под босса надо, чтобы потушили, потом вот отбегите. Да, через... Да, я знаю, потом на центр, потом, если что... Кстати, все, что есть, расчехляй. СС тоже можешь кинуть. Не стесняйся. На кого? На Элон? Так, я на ХП, значит? А, нет. Я на АП буду кричать, у нас есть ХП-шка. Секунды огонь. Раз, два, перебежали. Ну и что, он пока стоит. Так, огонь 5 секунд. Шоковый огонь. Блядь, дешево. Блядь, а шо не знал где. Будет отбежим. Бежать. Так, я. Сейчас огонь будет. Ой, сейчас потушит. 3 секунды потушит. Бьем. Бьем. И далеко не убегаем. Огонь 5 секунд, подбежали. Да. А, у нас Гера нет, 3 минуты, куда? Так, все, он кинул. Далеко стоим. Следующий сдадим. С лазерный обстрел будет. Лазерный. И последний раз сокру дай. Сейчас потушить должен. Правильно. Без Гера. Пламя 5 секунд. Все, разбили. Блять, что? Долго.
быстрее. Два, одна. Ну, мне нужно... Я на смекалке висит. Бомба, бомба, бомба. Сейчас взорву. Мне нужно таунтить его и этим. Бежали, бежим, бежим. Парень убит. Что это такое? А, это бомба. Пламя, пламя, пламя. Блять, бомб. Давай. Скилла не хватает на второй фазе. На второй фазе Гера должна быть просто, у нас ее не было. И вот что-то с бомбочкой надо делать, потому что я не могу. Ну, ДПС такой, честно говоря. Класс. Может саппорты выпить или не поможет? Ну кто хочет, тот саппорт пьет. Типа танки хилы могут выпить. Я всегда саппорт. В целом, вроде нет. Давай пулять. Хорошо. Закрепим информацию. Короче, рога-тога, когда выходит моб этот, быстрее его так хуярь, посадим, чтобы я агру набрал. Я попытаюсь ретаунтить. Я мобанист, я... мы бомбы ебываем. Нет, можно голову держать. Нужно просто отражение заклинанием. Ну тогда это этот квазивер, тогда он будет доспех свичить. И ему дадут этот. Как его? А у меня нету дефа на вмешательство. Ну, он очень, но только на этом боссе больше. Давай запускаем. Запускай давай. Отсчет времени
пламя. 2 секунды. 1, 2. Это будет красивая победа. Да? Так, я надеюсь, я теперь ШВ не пройду. И огонь. 5 секунд. 2 секунды огонь. Еще и шоковый будет. Самоуничтожение области через 9 минут. Так, шоковый. Да, 2 секунды тушек. Типа надо хуярить. Секунд, я уже подвожу, подбегайте. Да. Осторожно, мина, осторожно, мина. Вози ее. Да, да. Сейчас 10 секунд огонь. 5 секунд огонь, давай оставим огонь и... Подождите, 2 секунды. 3, огонь выбежит. Бля, квазивер. Говорили же, оставим. Зачем там стоял на выходе? Мина была. Геру, да? А уже минус 2. Отсчет времени до самоуничтожения нервы. Код отмены А9. А можно ебать, это, блядь, не игра, это просто пошли имена. Что это там за хуйня? Что за... Опция... Тут есть предупреждение, типа, что ты поставил? Классик, дефолт, без звука.